С вами друзья и гости канала, всем огромнейший привет, и я продолжаю с утра рубрику «Отвечаю на ваши комментарии», которые вы пишете, периодически те комментарии, которые как бы я запоминаю, да, бывает не все комментарии запоминаешь, поэтому извиняйте. Ну и по поводу вчерашнего видеоролика «Рыбалка», такие комментарии, как там рыбачили в аквариуме и тому подобное. Ребят, вот все, кто так пишет, вы приедьте, пожалуйста, в этот аквариум, попробуйте поймать. И потом уже можно будет с вами уже разговаривать. Вот просто как бы для интереса. Вчера мы единственные, кто наловили, потому что я вчера ехал, спросил, как рыбалка. Тебе говорят, ну как, ну карп, говорит, долго не проснулся. А африканского сомика, говорит, нет, говорит, потому что он, говорит, весь подох в холодной воде, говорит, и весь плыл, говорит. Поэтому только карп и сазан, говорит. Ну, клев плохой, говорит, ну... Вы же приезжаете отдохнуть? Я говорю, да, действительно, я приезжаю отдохнуть. И, соответственно, даже Надя настроила, что, скорее всего, мы будем что-то плохо ловить, потому что, ну, вялый. Особенно утро показало, что рыба была очень вялая и так далее. Но потом ближе к обеду, ближе к двум часам, вот сразу я вам даю лайфхак. Если вдруг вы поехали на рыбалку, да, вот в этот период времени, да, захотели с семьей, захотели порыбачить, чтобы, ну, не упасть в грязь лицом, как многие, да, там, мама там показывает, вот смотри, они же ловят, так ничего, и мы поймаем. Ну, там тоже нужно еще уметь. Есть свои примочки, есть свои штучки, пердючки по дну и по всему остальному нужно уметь все выставить. Ну да ладно. Почему я поехал на Чегеварское озеро, вам показал? Ну, потому что я просто, если поехал бы куда-нибудь на рыбалку, где-нибудь там на берегу моря, и там где-нибудь там на речке горной, вам было бы неинтересно, потому что вы же еще смотрите те места, которые вы могли бы посетить своей семьей, и либо вы смотрите места, где вы могли бы приехать в Сочи и туда попасть, ну как бы, по большому счету. Чем мне нравится Чегеварское озеро, это дорога, туда офигенные подъездные пути, это первое. Второе, это то, что ты поймаешь, тебе там могут сразу же приготовить, не нужно с собой тащить уголь, не нужно там с собой, что-то там, не надо там тебе быть там, не знаю, непонятно кем. Ну, например, захотели они тебе на углях пожарили, захотели они тебе на сковородке пожарили. Ну, круто, это классно. Опять же, да, все, что нужно там, не знаю, там, я, например, вчера в 2 часа мне там принесли кальян, например, кальян курил. Ничего там плохого не нахожу, как бы, имею право. Ну, вот как бы так. Теперь что еще? Дальше. Ну и опять же, как бы, это то место, где действительно можно отдыхать. В каком плане? Да в том плане, что... как вам сказать-то? В том плане, что... Например, приехали вы с детьми, да, там также есть банька, там также есть там животные, каких можно посадить и так далее. Поэтому вот я и в день брал как в качестве отдыха, ну просто отдохнуть. Просто отдохнуть от рабочих будней. Тем более, скорее всего, поездка в Доминикан накроется медным тазом, и именно поэтому как бы и подорвался. Теперь, что касается, какие там комментарии-то были. Не знаю, вот лично вот мне, вот еще раз вот хочу вот возвратиться, вот когда вот приедет Леха, когда приедет папа, и когда нам захочется подальше от всего, да, конечно, мы сможем тоже съездим куда-нибудь там на дня 2-3, мы съездим на Волгу, там порыбачить, там куда-нибудь в Астрахань и так далее, без проблем. Но здесь, когда у тебя каждый час расписан, ты приезжаешь, и я четко себе поставил, что мы едем, отдыхаем не более 5 часов. А если, например, ехать на дикую рыбалку, да, там может быть она и красивее, интереснее и так далее, это нужно как минимум потратить там, ну, не знаю, часов 10, потому что надо и прикормить, и закормить, и то, и все. Ну, на это просто времени нет. Ну, бывает такое. Нет на это времени, и все. Ну, и опять же, как бы, я рыбачу не для того, чтобы там, не знаю, там, ну, как бы, езжать ничего или что-то. Нет, я просто рыбачу для того, чтобы получить удовольствие. А я люблю удовольствие в комфорте. Не знаю, может быть, возраст такой уже, когда хочется, чтобы, ну, там, не знаю, там, рядышком были все блага, да, захотел там, чтобы тебе рыбку пожарили, захотел там кальян, сказал, захотел там, тебе водичку принесли, вот, в общем, как бы так. Ну, и, соответственно, хочется раз, чтобы там ты был чистый, опрятный, чтобы там ты там не проваливался в грязь на берегу, там, и так далее. Ну, как бы такие. Что еще такого интересного вам сказать? Ну-ка. Что-то мне показалось, что мне колесо немножко приспустило. Ладно, посмотрим. Что еще вам сказать? Ну-ка. А,
Все, вспомнил. Ну, ваши комментарии по поводу того, что в кризис недвижимость начинает дешеветь и тому подобное. Ну, ребят, если вы живете в своем городе, и у вас недвижимость стала дешевле, как бы от нее там не могут избавиться, это одно дело. В Сочи за последние полторы недели все подорожало, все повысилось в цене. Даже вторички, которые я недавно прям снимал, даже они повысились в цене. И я бы рад бы, как бы, тому был бы, если бы цена на недвижимость снизилась, и, соответственно, просто покупательская способность стала бы в разы больше. Но волшебства в этой жизни не происходит, и как бы цена повышается, повышается и еще раз повышается. Поэтому, знаете, даже ремонт. Раньше жилой комплекс «Немецкий квартал» они умудрялись сделать за 10 тысяч рублей с квадратного метра, а сейчас уже 13 тысяч. И даже подходит к 15, понимаете? Поэтому не знаю, как у вас в городе, здесь цена становится выше, в том числе и на вторичке. Очень много приезжает ко мне ерзающих, те, которые со мной что-то не доходит, да, как бы то, что они себе нафантазировали, и потом пробуют найти с другими. Такие тоже люди есть, я даже вчера такого видел человека, ничего страшного там нет, но волшебства не бывает. Как бы я всегда показываю то лучшее, что есть. Ну, если не устраивает, ну что же делать. Меня тоже, как бы, когда я покупал RAV4, меня не устраивало, да. Но за 2200 это был нормальный автомобиль. Это тоже тот момент хотел BMW X5 себе. А пришлось купить RAV4. То же самое это касается и по недвижимости в Сочи. Просто маленький совет. Нужно брать в Сочи то, на что хватает денег. Если вы будете пробовать копить, а за 4 года у меня уже такой кейс образовался, те люди, которые хотят подкопить, они просто-напросто не успевают. Очень много у меня таких переписок, что мы там не успеваем, все. То раньше не могли дать одну комнатную квартиру, а сейчас даже студию не могут дать. Поэтому надо покупать то, что есть, а дальше уже война план покажет. Опять же, ваша недвижимость, которую вы покупаете в Сочи, она никогда в жизни не будет дешеветь. Она только будет подниматься в цене, становиться все выше, выше и выше. Ладно, ребят, вам всем хорошего настроения, побольше позитива, вам всем добра, и сегодня вроде бы все будет хорошо, все будет классно, сейчас помою машину, и у меня в 10 часов прокат, и если прокат быстренько закончится, то я с большим удовольствием поснимаю для вас ту или иную недвижимость, и посмотрим, какое же сейчас ценообразование в городе Сочи. А теперь всем пока, и спасибо за просмотр.